Поклонимся великим тем годам. Подарком ко Дню защитника Отечества стал концерт народного артиста России, почетного гражданина города Лобня Виталия Алексеенко. «Пою мое Отечество» – так можно назвать праздничный концерт народного артиста России, почетного гражданина города Лобня Виталия Алексеенко, который прошел накануне Дня защитника Отечества и объединил на сцене и в зале всех, кто любит петь и любит слушать красивые песни о родине, патриотизме, любви, мире и людях, которые сохранили для нас этот мир. Алексеенко, ну он нравится просто, нравится с удовольствием. Очень нравится всем. Всем. И его, значит, как говорится, выходкой, его движениями, его походкой, как говорится, его собранностью. Вот. То, что мы, вот все зрители, всегда стараемся подойти к нему и быть с ним рядом. На каждый концерт хожу. И сам пою иногда в хоре, кому за 40. А сегодня будете подпевать? Подпевать буду, да, обязательно, конечно. Всю жизнь воспевать свое Отечество, силу братства народного, славить настоящих патриотов с единственной мыслью о мире – такова моя судьба и предназначение, уверен Виталий Васильевич Алексеенко. И неспроста. Я родился в огне. Вот по рассказам моей мамы, вот там, где сейчас украинские националисты бомбят Донецкую, Луганскую области. У меня мать родила в блиндаже, Вот, медсанбат был, блиндаже. 2 года и 8 месяцев я посчитал. Моя мать вместе со мной и вместе с моей сестрой старшей, она была вот там, извините, среди фашистов. Они хотели угнать нас в Германию на работу. Угоняли. Но до Белоруссии, когда состав дошел, состав разбомбили. И все дети с женщинами, все расползлись по лесам, по деревням белорусским. И спасибо Беларуси, белорусы подобрали мою мать вместе с детьми, таким образом выжил. Несмотря на то, что Виталий Васильевич консерваторию закончил по классу оперного певца, он более 40 лет служил в военных профессиональных коллективах. Это ансамбли песни и пляски, ансамбли и оркестры. Это Закавказский военный округ, Закавказский туркестанский округ. Потом туркестанский военный, 5 республик, Средняя Азия, 5 республик. Ездил по всем республикам и по всему Советскому Союзу. Далее Польша, это северная группа войск. Далее западная группа войск, Германия. Я сам ветеран боевых действий в Афганистане. Я 5 лет летал в Афганистан. Пел там и патриотику, и эстраду, и всякие произведения. Вот я был участником на Байконуре, где наши космонавты летают. Я был участником Варшавского договора. После распада Советского Союза продолжил службу, участвовал в концертах, фестивалях, направленных на поддержание патриотизма, мира и единения. Первое свое звание заслуженный артист России Виталий Алексеенко получил в 1995 году указом первого президента России Бориса Ельцина. Указ о присвоении Виталию Васильевичу звания народный артист России подписал в 2003 году Владимир Путин. Последние 10 лет Виталий Алексеенко живет в Лобне и является участником всех мероприятий, направленных на воспитание патриотизма. 25 декабря 2015 года решением Совета депутатов по предложению главы города Николая Гречишникова Виталий Алексеенко был удостоен очередного высокого звания – почетный гражданин города Лобня. Он уже за это время действительно себя показал как по-настоящему народный артист. Он уже честь города защитил уже и на областном уровне, и на российском уровне. Он уже выступал с коллективами и приехал с первой премии как лучший солист. Он уже представлял, уже в это время все время представляет город. Кроме того, он ведет активно общественную работу. Он и в Совете дома, он выражает интересы, живет в депо в одном из домов. И он как раз там, как один из самых активных жителей, выражает все те чаяния, которые сегодня и надо выражать жителям. То есть защищает в полной мере их интересы. Еще надо сказать, что он как народный артист, он еще является образцом для нашего молодого поколения, для наших тех певцов, композиторов, исполнителей. Поэтому в данный момент это сегодня в городе величина. Он достойно занял вот плеяду наших
почетных граждан города, и здесь он полновесный, полноправный член вот этого великого нашего, в рамках нашего города, сообщества. Несмотря на все высокие звания, Виталий Васильевич не только сумел сыскать к себе почет и уважение, но и приобрести искренних друзей. Виталий Васильевич – друг «Чайки» в первую очередь, и поэтому коллективы, которые в «Чайке» работают, его, естественно, друзья тоже. Он идет легко на контакт, на любой. И приобретение с ним сделать – это прежде всего, конечно, удовольствие, потому что она приобретает новое звучание, так сказать, новые краски. Ну, как он появился в городе, это была, конечно, как говорится, премия для города большая. Народный артист мы узнали уже позже. А я знаю, что, во-первых, у него день рождения 20 февраля, что он 1942 года, рыба, талантливая, способная, творческая личность. Это украшение. Народными артистами, ведь это надо заработать. А это действительно заработанное, он заработал, исполняет он здорово. Просто идут мурашки даже. Он молодец, вот понимаете, у нас вот есть наши солисты есть, очень высоко нос поднимают, а этот нет. Он очень простой, очень доступный, как говорится, свой парень, можно так сказать, свой парень. В репертуаре Виталия Васильевича разные песни. Военные, патриотические, эстрадные, лирические романсы и даже оперные арии. Песни советских и современных авторов. Много песен, написанных на слова лобнинских авторов. Будучи всю жизнь солистом хора, Виталий Алексеенко и сегодня в центре внимания, правда, теперь женского. Он солист Народного хора ветеранов войны и труда. С Виталием Васильевичем мы уже сотрудничаем очень многие долгие годы. Даже один раз было то, что мы вместе были на хоровом конкурсе, где ему была присуждена отдельная премия «Лучший солист России». И нам очень приятно, что в этой номинации мы тоже получили высокое почетное третье место, стали лауреатами третьей степени. Ну а Виталий Васильевич на этом конкурсе был «Лучший солист России». Нам очень приятно, что Виталий Васильевич с нами, ну, можно сказать, во всех наших значимых концертах, наших выездных концертах. И, конечно, это наша душа коллектива. Мы гордимся, что в нашем коллективе мужчина такой талантливый, и он возвышает наш хор вообще. Мы стараемся петь. Мы очень любим его все, мы благодарны ему. Да. Просто это наше украшение. И очень хорошо, он всегда с душой, и всегда он с нами везде ездит, ни в чем никогда не отказывает. Мы очень благодарны ему. Концерт этот, вообще он нас поднимает выше просто. Да. Мы тянемся за этим концертом, растем и молодеем только. И сотрудничество это весьма успешное. Вам нравится? Нравится. Нравится, потому что я же работал в ансамблях песни и пляски, и там всегда были, но там хоры были мужские, понимаете, женских не было. С кем сложнее, с женщинами, с мужчинами? Ну, с женщинами все-таки проще. Знаете, они как-то больше понимают, они более доверчивы, они более внимательны. И поэтому я с большим удовольствием с ними работал и собираюсь дальше продолжать свое сотрудничество. Которое непременно послужит и дальнейшему обогащению культурной жизни нашего города. Мы желаем ему и творческих успехов, и счастья, и здоровья, и покорения новых творческих вершин, и только всего самого хорошего. И очень символично, что его день рождения попадает как раз на тот день, который предваряет День защитника Отечества. Ведь он действительно вносит огромную лепту в патриотическое воспитание лобнинцев. И этот праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, непременно войдет в творческую сокровищницу нашего города. Не забывайте грозные года, когда кипела русская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у Волжских берегов, а вон ушли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград.